Так сюда поступил такой вопрос, видимо, здесь одну из пятниц, вот когда Ибрахим здесь ваза делал, какое-то недопонимание, вот зикру насчет Корана, что-то такое было. Поэтому, чтобы правильно поняли все, я вот разъясняю вот этот вопрос. Потому что ко мне очень много, он тоже здесь, скрывать что-то такое нету. И поступил вот этот вопрос. Просто люди просят вот нормально разъяснить, что-то кто-то недопонял. Все. И поэтому я разъясняю, и поэтому очень большая просьба, чтобы вы вот нормально слушали и правильным образом все понимали. Мы знаем, основа является Коран и Сунна. Но до Корана, до Сунны добираться нам очень далеко. Потому что мы люди являемся, можно сказать, безграмотными людьми. И поэтому после сподвижников, даже уже во времена сподвижников был Абу Ханифа, разиаллаху анху, и другие имамы, они являются табиинами, то есть они тех людей, которые видели сподвижников, разиаллаху талан. И они извлекли весь шариат из Корана, из Сунны, из амалов сподвижников, из тихсан, другие, вот есть основы, которые они взяли вот этот улум. И они вот должным образом нам все предоставили. Полностью нам все предоставили. Что касается вот манакибов, похвальных качеств вот этих людей, вот этих имамов, которыми вот об этих имамов говорим, они до такой степени богобоязненные люди, которые читали, когда читались аяты из Корана, связанные с азабом, они даже падали обморок от богобоязненности. Вот такие люди были. Когда вот каждый человек, конечно, другого судить не может, поэтому я вас судить не могу, я могу себя судить. Я же свое нутро знаю очень хорошо, поэтому я могу себя судить. Когда вот я читаю, например, манакиби вот этих людей, имеется в виду похвальные качества, мне самому кажется, что я уличная собака. Вот такие они люди, вот такие великие алимы. Вот такие алимы, которые Аллаху Та'ала одарил их улумами. И после них, конечно, другие великие алимы. Великие алимы, как имам Навави, как Субуки, как Ибн Хаджар аль-Хайтами, Аскалани и другие, Суюти, очень много известных, великих алимов. Они предоставили нам вот этот шариат. И то, что касается зикру и чтения Корана на кладбище, после того, как человек умирает, все три масхаба, то есть три имама масхабов, и наш четвертый имам, в одном слове есть у него хиляф, а других, безусловно, они говорят, то, что мы делаем, будь это зикру, будь это Коран, чтение после смерти человека, она приносит пользу этому человеку. Оно приносит пользу этому человеку. Вот это их слово для нас худжа, это для нас далил. Там нету никаких сомнений. Но некоторые люди задают такие вопросы. Это делается ли в Саудовской Аравии? Саудовская Аравия, доводом она не бывает. Доводом бывает шариат. Если Саудовскую Аравию взять в качестве довода, власти данное время находятся те люди, которые помогли разрушить исламское государство халифат, помогая англичанам. Если вы хотите довод взять Саудовскую Аравию, возьмите 100 лет назад. 100 лет вперед имеется в виду, раньше. Вот это возьмите самого пророка, алейхиссалату вассалам. Если же доводом взять Саудовскую Аравию, тогда нам тоже надо будет дать разрешение американским истребителям, чтобы бомбить Ирак или другие исламские страны.
Пророк, алейхиссалату вассалам, когда дуа делал Шаму, Сирии имеется в виду, он делал дуа: «О Аллах, дай баракат Сирии, дай баракат Шаму». Попросили неджду тоже, он отказался. Он не сделал это дуа. Это что-то означает. Мы знаем, что это означает. Как же взять качество дуа, например, Насреддин аль-Албании, который поставил вопрос о выносе могилы пророка, алейхиссалату вассалам, из того места, где он находится. Кто не верит, подходите ко мне после Рузмана, я книгу кувейтского алима вам покажу, о том, что Насреддин аль-Албании вот такой вопрос ставил. Где любовь к пророку, алейхиссалату вассалам? Где любовь? Вот в данные времена, я опять извиняюсь, что я вас задерживаю. Вот в данные времена, вот в Саудовской Аравии, когда возле пророка, могилы пророка, алейхиссалату вассалам, делалось дуа, один говорил: не надо, не надо. А когда у него спросили: а где же любовь к пророку? Он сказал, он сам первый начал говорить. Когда нам дуа не делал, он сам первый начал говорить: ненавидит нас. Вот так ответил один араб. Это не служит, такие люди не служат доводами. Доводами служат вот эти люди, которые мы раньше перечисляли, которые являются основами нашего шариата, основами нашей религии, которые находились во всех священных войнах, которые развивали ислам, которые отдавали свою жизнь за ислам. И когда вот спрашивается сильсиля, цепочка, вот этих алиму, имеется в виду в ильму, да, пророк, алейхиссалату вассалам, нету цепочки, которым нету ашария, нету цепочки, которых нету вот этих имамов. Аллаху акбар! Пожалуйста, вот Аллаху акбар не надо. Вот Аллаху акбар бывает, вот когда какое-то противостояние есть. У нас нету здесь мечети никакого противостояния. Вот тогда бывает Аллаху акбар. Пожалуйста, не надо, это тоже. И вот эта цепочка, нету ни одного вот из этих алимов, которые не были бы аху тасауфу. Они все являются аху тасауфу. Значит, вот эти люди, то, что касается мавлида, то, что касается других вот этих обрядов, которые мы делаем, вот здесь достоверные слова. И во времена Советского Союза даже вот эти наши традиции, которые мы сейчас в данное время делаем, они как-то способствовали сохранению нашей религии. Когда запретили религию, когда люди начали забывать, вот, молиться и другое, вот это сохранили, способствовали сохранению в сердцах людей о том, что существует религия ислам. Даже этому помогли. И после того, как прошло вот это все, ушло это государство, развалилось, вот вопрос, в чем заключается? Мы просто привыкли неправильно жить. Вот в чем вопрос заключается. Мне кажется, что Ибрахим тоже вот это имел в виду именно. Мы просто неправильно начали жить. Почему? Потому что от нас требуется, чтобы мы знали правильно Алхам, знали Атахият, знали другие вот обряды вот нашей религии. И мы пошли по той волне после Советского Союза. Никто на это внимания не обращает. Ни один человек внимания не обращает. Мечети не ходят. Алхам правильно не читают. Многих селах приходится делать после пятничной молитвы обеденную молитву, где только одно место совершается пятничная молитва. Из-за чего? Из-за того, что люди Алхам не знают. Из-за того, что люди Алхам не знают, приходится молитву делать. А что, не с правильным Алхамом молитва, что ли, действительно будет? Поэтому из-за того, что те люди, которые знают правильно Алхам, из-за них, чтобы у них была вот эта молитва, из-за этого приходится ее тоже делать. Но это же неправильная жизнь. Это же не соответствующая шариату жизнь.
И поэтому надо нам просто правильно привыкать жить. Нам надо, когда человек умирает, и зикру делать, нам надо и Коран читать, даже Ибну Таймияту поставили палатку на кладбище и полностью Коран прочитали. Читайте по книгам, даже Ибну Таймияту. Но каждому обряду свое место бывает. Свое место бывает. Человек не ходит на молитву, правильно алхамды читает, другое, ничего обязательного не делает. Вот на кладбище ходит или на зикру ходит. Вот это вот то значение, которое он должен давать алхаму и там молитве, он выбрасывает и тот сохраняет. Вот это говорится неправильно. В первую очередь надо каждую обязательную вещь отдавать предпочтение. То, что касается маулида тоже, очень хорошо. Очень польза в маулиде, большая польза в маулиде. В чем польза в маулиде? Упоминание Всевышнего Аллаха. Объединение наших народов, когда к тебе домой приходят, кушают за столом, там возрождается вот взаимопонимание и любовь. Но когда в эту маулиде делаются противоположные вещи шариату, например, женщины там, полуголые женщины носят еду, ходят, вместо того, что мы правильно и делаем, мы портим вот это все правильно. Вот в чем заключается вопрос. Я опять повторяю, маулид надо делать, зикру надо делать. На кладбище утром и вечером, хоть зимой и хоть летом надо ходить. Коран надо читать, все надо это делать. Еще важнее этих вещей, вот обязательные наши вещи надо исполнять. И то, что касается, бывают у нас вопросы, например, той же Саудовской Аравии, ты там фотографируешься, они говорят, это харам. А у каждого вот здесь деньги лежат, на которых фотографии их короля. Королю можно фотографироваться, другим нельзя, такое не бывает. То, что касается фотографий, например, устазов. Вот я привожу свой пример. У меня дома находится вот фотография. Ну, в одном не таком уж заметном месте находится фотография. Когда я каждый раз вижу эту фотографию, мне стыдно от Аллаха становится. И я четкие руки беру. От него польза есть. Но каждую вещь свой адам надо сохранять. Вот в чем заключается вопрос. И поэтому очень большая просьба правильно вот понимать все. И вот это все надо делать. Надо делать. Прежде чем пойти туда на кладбище, вот утром, на утреннюю молитву, сперва, если все пришли бы сюда на один ряд, становились бы, молитву делали бы, потом ходили бы. Это очень правильно было. Вот в чем заключается вопрос. Пусть Аллах Та'ала даст вам всем тавфик. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.